С наступлением холодов начался сезон ОРВИ. Обезопасить свое здоровье можно в поликлиниках Серпухова. Врачи рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса. Мы приглашаем всех наших граждан на вакцинацию против коронавирусной инфекции, а также против гриппа, чтобы течение болезни предотвратить, или течение болезни, в случае, если даже будет заражение, то оно будет протекать более легко. Желательно делать ее заранее, перед началом эпидсезона, то есть это за пару месяцев, чтобы сформировался стойкий иммунитет. Можно к нам записаться по предварительной записи, либо если человек находится непосредственно в близости, то можем пригласить к себе в поликлинику. Вакцинацию от гриппа и коронавируса можно пройти в любой рабочий день в поликлинике по месту жительства. Сегодня это сделал глава муниципалитета. На мой взгляд, это важное мероприятие, которое укрепляет здоровье наших серпуховичей, повышает иммунитет. Я призываю всех жителей города Серпухова следить за своим здоровьем. Приходите, пожалуйста, в медицинские учреждения, в поликлиники, прививайтесь от ковида, от ОРВИ, от гриппа. Это важно, это наше здоровье с вами. В ближайшие дни возобновит свою работу пункт вакцинации в торговом центре «Слава».